Я к вам обращаюсь. Я работал в школе больше 40 лет. И всегда, кроме русского языка, и даже иностранного, писали в журналах на родном языке. Почему сейчас в школах пишут на украинском языке, допустим, по истории, географии и тому подобное? Я понимаю, что по украинскому языку и литературе должны писать по-украински. А если, допустим, по истории, или географии, или химии, или биологии, почему должны писать на украинском, когда ведется занятие на молдавском языке? На румынском. Вы обращались с этим вопросом? Я и запрещаю, да. Вы обращались с этим вопросом в профильный департамент? Так, раз записал в администрации, да, департамент. Нема кого, то сняли. Швейцар. Так в том-то и дело, что сняли, сейчас все по-другому. Поймите, пожалуйста, что сейчас органы власти настроены на абсолютно комфортное проживание всех культурных, всех национальностей в нашем регионе. Поэтому я уверена, что ответ будет максимально позитивный в рамках нашего законодательства. А согласно Конституции, вы имеете абсолютное право на сохранение ваших культурных традиций, языка и... Так скажите, пожалуйста, кому обращаться? В профильный департамент. Когда речь идет о образовании, когда речь идет о школах, вы обращаетесь, значит, в департамент освиты и науки. Когда речь идет о встречах с писателями, вы обращаетесь в департамент культуры. И если нет ответа, тогда уже, конечно, реакция будет жесткая с нашей стороны. Извините. Потому что мы абсолютно дружественно настроены, и я думаю, что у нас проблем быть не должно.